Я работаю агентом службы сервиса авиакомпании. Именно с меня начинается полет пассажиров. Я думаю, что, наверное, любовь к авиации у меня в крови, потому что я всегда мечтала работать в аэропорту, но никогда не хотела летать. Я боюсь, если честно. Поэтому, наверное, это работа для тех, кто хочет связать свою жизнь с авиацией, но боится по каким-то причинам летать. Обычно я приезжаю ориентировочно за час до начала своего графика рабочего дня. А мы сразу же заходим в агентскую, смотрим расписание. У нас есть план, там, где расписаны рейсы на целый день. Ну и, собственно, смотрим, чем мы сегодня будем заниматься. Кто идет на регистрацию, кто идет на посадки, кто встречает рейсы. В первую очередь мы регистрируем пассажиров, мы проверяем все необходимые документы для того, чтобы покинуть страну и въехать в страну назначения. А помимо прочего, мы осуществляем посадку пассажиров на самолет и встречаем воздушные суда. Сейчас я покажу вам стойку регистрации с обратной стороны, то, что недоступно для глаз пассажиров. А здесь у нас находится компьютер, клавиатура, кнопки необходимые для того, чтобы отправить багаж в багажное отделение. Также разные бирки, бирки для ручной клади, бирки приорити для пассажиров бизнес-класса. Пассажиры довольно часто опаздывают на самолет, опаздывают на свой рейс. Конечно, в этом случае мы стараемся максимально помочь им успеть все-таки попасть на свой самолет. Как правило, мы регистрируем даже после окончания регистрации или допринимаем багаж, но это происходит только с разрешения представителей авиакомпании. Если они дают добро на это, то мы регистрируем пассажиров. Я советую пассажирам регистрироваться заранее онлайн. Это позволит сэкономить время и приехать, ну, немного позже, например, за час до вылета самолета. Если вы планируете сдавать багаж и регистрироваться в аэропорту, то желательно приехать часа за два до вылета самолета. Добрый день, уважаемые пассажиры. Начинается посадка на рейс 9М1, вылетающий в Москву, аэропорт Домодедово. Просим вас подготовить паспорта и посадочные талоны и своевременно пройти на посадку. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.